эфире программа «60 минут» о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, сегодня около 3 часов утра. ВСУ силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию России. На заранее границы, допустим, не было обнаружено более 30 украинских боевых вестей. Киевские террористы лупят по небольшому Шебекину прямо из РСЗО «Град». Лупят, особо не разбирают. Кошмарные кадры сейчас на ваших экранах. Пролет зафиксирован по общежитию рядом с местной администрацией. Здание загорелась крыша. Под удар попал детский сад, расположенный напротив районной больницы. По последним данным, в результате обстрелов 11 человек получили ранения. Из них четверо в тяжелом состоянии. Прямо сейчас из Шебекина выводят людей. Ну и буквально только что мощный взрыв прогремел уже в самом Белгороде, в районе улицы Щерса. Все подробности известны к этой минуте. Калуга, где ваши руки? Не слышу ваши голоса. Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами. Там к нам приехали какие-то дяди лысые. Говорят, не по понятиям кидать телевизор. Если правильный пацан тачку припарковал поблизости. Как широка и необъятна наша страна. До чего плотно и густо населена она. Занудам типа братвы, это обеда нет, ну подумаешь. Ну и что из окна? Из личного номера своего на телевизор выкинул на авто. А то ведь это местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на из окна. Из личного номера своего на телевизор выкинул на авто. А то ведь это местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на. Прогнулась крыша Гелендвагена, ха-ха-ха. Смотрите, все какая вмятина. Прогнулась крыша Гелендвагена, ха-ха-ха. Смотрите, все какая вмятина. А завтра снова в новый город нас поезд. И тач продюсер нам сказал, что скоро отпуск, но он обманщик. Так что диджей, басист, клавишник и барабанщик еще раз посмотрят вниз на летящий ящик. Опа, на асфальте мелкие осколки кинескопа. Хозяин тачки смотрит наверх со злобой. Смотрите, вот он, уже на ресепшн потопал. Да бабки выпьем за меткость, куда же делся штопор? Так широка и необъятна наша страна. Каждый день новые лица, новые имена. Безумный гастрольный график сводит меня с ума. И вот именно поэтому из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на окно. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на. Прогнулась крыша Гелендвагена, ха-ха-ха. Смотрите, все какая вмятина. Прыгнула с крыши Гелендвагена, ха-ха-ха. Смотрите, все какая вмятина. Бум! Прыгнула с крыши Гелендвагена. Смотрите, все какая вмятина. Смотрите, все какая вмятина. Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на. Как называется эта песня? Из окна, Noise MC.